Приветствую вас, дорогие участники клуба бывших гипертоников. У нас начался летний дачный сезон у всех. И как бы логично будет в этот момент дать рекомендации по поводу правил двигательного поведения на даче. Мы в клинике, как вы знаете, очень активно используем в лечебных целях движение целенаправленное на узкоспециализированных тренажерах медицинских. Но кроме этого у нас есть еще, как вы тоже знаете, специальные курсы, видеокурсы по самостоятельным программам, так называемый курс по здоровому позвоночнику и суставам. А сейчас немножко дадим такие специализированные рекомендации для правильного движения, правильной гимнастики в домашних условиях. Соответственно, что хочу сказать. Вот когда вы эти рекомендации просмотрите, как бы усвоите, то старайтесь не забывать о них, активно использовать для того, чтобы дачный сезон не навредил вам, не привел к тому, что какие-либо там обострения у вас могут возникнуть. Не только я говорю про шейный отдел сейчас, но и про поясничный отдел, и про грудной отдел позвоночника. Поэтому поговорим сейчас об этом. Вот в первую очередь надо что понимать, что любое пребывание на даче, длительное тем более пребывание, тем более учитывая, что в основном у нас все дачные поселки, участки находятся не так близко от какой-то квалифицированной медицинской помощи, вот, то желательно, конечно, не доводить себя до такого состояния на даче, чтобы вы попадали в необходимость, в ситуацию необходимости оказания этой медицинской помощи. Вот поэтому необходимо ежедневно выполнять несложный комплекс упражнений, который мы разработали для вас, и таким образом достигать того, чтобы дача вам не вредила в ваших показателях здоровья, а только наоборот повышала. Потому что когда вы находитесь на даче, очень много на вас действует положительных факторов. Это и повышенная, скажем так, инсоляция. То есть вы постоянно в контакте с солнцем, у вас есть физическая работа, некоторые ее делают неправильно, ну поэтому возникают осложнения всяких разных болевых синдромов. Вот, но если будете делать правильно, то, соответственно, получите от этой физической работы плюс. Все вы знаете, что я рекомендую активное ежедневное движение для того, чтобы прежде всего регулировать уровень метаболизма, а не только для того, чтобы суставы и позвоночник хорошо работали. Вот, поэтому те рекомендации, которые сейчас мы вам дадим, это старайтесь выполнять либо ежедневно, либо через день, ну, в системе. То есть работать системно с этим делом. И тогда ваши дачи, дачные участки будут приносить вам не только радость пребывания на них, но еще и повышать уровень вашего здоровья. Сейчас я хочу вам представить нашего уникального специалиста, это старший реабилитолог нашей клиники Геннадий Викторович Китов. В него буквально все наши пациенты нашей клиники, они влюблены, потому что Гена высочайшего уровня профессионал. Он специально для вас, по моей просьбе, разработал дачные вот такие вот гимнастические комплексы, которые он сам вам и представит. А я с вами на этом прощаюсь и желаю вам приятного просмотра наших наработок. Будьте здоровы! Добрый день! Для всех любителей дачного сезона я предлагаю небольшой комплекс упражнений для профилактики проблем с позвоночником. Как правило, на даче очень много приходится трудиться, наклоняться, подниматься, приседать, поэтому надо мышцы разгружать, и для этого очень хорошо подходит вот этот комплекс упражнений, который сейчас я продемонстрирую. Начнем с самого, в принципе, может быть, знакомого для всех – это приседание. Покажу сначала сложный вариант приседания для людей более подготовленных, а потом немножко обговорим, покажу для людей, которые тяжело приседать с опорой. Значит, первый вариант. Ноги ставятся на ширине плеч,
Ручки можно вытянуть вдоль тела. Начинаем приседать в колени, оттягивая таз назад, руки для равновесия перед собой. Угол 90 градусов. С выдохом поднимаемся. Опустились. Вдох. С выдохом поднялись. Следим за положением спины, чтобы не было сутулость. Ровное тело. Значит, это более сложный вариант. Для людей, которым тяжело приседать без опоры, можно взять, найти любую какую-нибудь фиксированную опору, взяться руками, подойти немножко ближе к опоре. И принцип тот же самый. Начинаем оттягиваться тазом назад, подседаем 90 градусов, руками идет опора. С выдохом поднимаемся вверх. Раз. Два. Данное упражнение можно выполнять, начиная от простого, по 10 повторений, потом постепенно увеличивая количество раз, там, например, до 20 раз. Либо можно делать сериями. Сделали 10 раз, немножко передохнули, секунд 20-30, сделали еще 10 раз. И по мере адаптации мышц можно эту серию доводить до 10 раз по 10 серий, грубо говоря. Следующее упражнение. Переходим в позицию на коленочке для профилактики коленных суставов. Как правило, тоже очень много страдают данные суставы. Самое простенькое. Руки на поясничку, спина ровная. С выдохом поднимаемся вверх, таз в себя. Опускаемся, приседаем на пяточки. Кому тяжело опускаться полностью на пятки, можно для начала класть небольшой валик между пятками и ягодицами, чтобы амплитуду сократить, но при этом, чтобы работала именно передняя поверхность бедра, надколенная часть. С выдохом вверх. Причем выдох выполняем активный, через рот, звуком «Х». После выполнения данного упражнения тоже 10 повторений, например, начиная от простого и постепенно увеличиваем. После выполнения немножко растягиваем коленочки. Значит, кому тяжело, опираемся руками на пол и приседаем просто на пятки. У кого более-менее более подвижные мышцы, суставы и мышцы растянутые, пытаемся опустить себя между пяточками. Опять же, страхуя руками на полу. То есть после каждого силового упражнения обязательно небольшая растяжечка. Хорошо. Переходим теперь в позицию партера на четвереньке. Для поясничного отдела очень хорошее растягивающее упражнение. Называется прокачка. Опускаемся на пяточки. Максимально тянемся, руки впереди, приподнимаемся и опускаем таз вперед. Поясницу не прогибаем. Выдох на пятки звуком «Ха». И вперед. Также серию выполняем 10, максимум 20 повторений. Больше не надо. Теперь немножко для плечевого пояса. Встаем в позицию на коленочке, спина ровная, таз припустить, руки чуть шире плеч, на уровне груди. Медленно опускаемся вниз, сгибаем локти всем телом и с выдохом поднимаемся. Данное упражнение пробуем, может быть, поначалу даже делать от опоры какой-нибудь, то есть либо стоя от подоконника, либо на коленочках от скамейки. Более сложный вариант – на полу. То есть каждый по мере своих возможностей. Опять же, серии там 10 раз, можно несколько подходов делать. После отжиманий желательно немножко плечики потянуть. Встаем в положение на четвереньках. Руки выставляем широко. Опускаем правое плечо к полу, левый локоть сгибаем. Растягиваем переднюю поверхность плеча и грудные мышцы. Подержать секунд 10. И в другую сторону также. Хорошо. После выполнения опять потянуться на пяточки. Следующее движение. Знакомое очень упражнение. Называется кошечка. Добрая или злая? Руки, ноги на ширине плеч. Спиной тянемся вверх, голову опускаем. Затем начинаем прогибаться, голову слегка приподнимаем, но не прогибая, не загибая сильно шею.
Дыхание выполняется в верхней точке выдоха. В промежутке делаем вдох. И в нижней точке выдоха. Также повторение где-то 10-20 раз. Темп очень медленный, спокойный, растягивающий, без рывков. Хорошо. Переходим в положение для поясничного отдела на живот. И немножко силовую работу поделаем. Укрепляем мышцы поясничного отдела. Ноги прямые, руки вытянули вперед. Разноименно поднимаем правую руку, левую ногу слегка вверх. Напрягли поясничку. Опустились. Поменяли. Выдох вверх. Головой как бы затылочком тянемся в потолок. Также с каждой стороны раз по 10 сделать. После этого на статику слегка приподняли ноги, руки и подержали. Опять же, от простого к сложному. Можно от 5 секунд начинать и постепенно увеличивать. Хорошо, опустились. И после этого немножко растянуть, расшевелить поясничный отдел. Упражнение называется «Лягушка» или по-пластунски «Ползание». Коленочки к локтю подтянули, опустили, поменяли. Выдох, когда коленочки тянем к локтю. Также серию по 10 раз каждой ноги. Хорошо, закончили, приподнялись и опять подтянули поясничку свою. Следующее, также растягивающий поясничный отдел. Упражнение называется растягивающий шаг. Колени вместе. Тянемся одной ногой по полу назад, руками вытягиваемся вперед максимально. Делаем выдох. Приставили ногу, поменяли. Выдох. Ну, тоже серия по 10 раз. На каждую сторону постепенно увеличивая количество повторений. Я думаю, добавим еще немножко для тазобедренного сустава. Как правило, тоже у кого поясница, те пострадают и проблемами в суставах тазобедренных. Ложимся на бок. Вытягиваемся в одну струночку. Рука, которая снизу, кладется под голову. Другая для равновесия перед собой. Из этого положения носочки на себя слегка приподнимаем прямую ногу вверх. Движение медленно, без рывков. Работаем на мышцах. Выдох на подъем. Также серия от 10 до 20 повторений. После выполнения дать немножко мышцам отдохнуть. Согнули коленочко, опустили вниз и в таком положении полежали секунд 10-15. Соответственно, для другой стороны то же самое делаем. Так, затем переходим в положение лежа на спине. Ноги прямые. Руками слегка потянемся вверх. Носочки на себя делаем вдох. Расслабляя еще такой выдох, руки вниз. И еще разочек продышимся, вдох, потянулись, потянулись, и с выдохом вниз. Голеностопные суставы немножечко разработаем, вращающие движения в одну сторону носочками и в другую сторону носочками. Хорошо. Поставили правую ножку на коврик, согнули. И опять же для тазобедренного слегка и поясничного отдела. Прямая левая нога поднимается вверх. Выдох на подъем. Носочек тянем на себя все время. Движение спокойное, без рывков. После выполнения коленочко согнуть. Подтянуть к животу, а другую ногу вытянуть. И в таком положении прослабленно просто полежать секунд 10-15.
Соответственно, с другой ноги повторить ту же самую процедуру. После выполнения коленочки согнуть, руки положить за голову. И самое простое тоже упражнение, знакомое с детства, называется пресс. Отрываем голову и слегка плечи. Носиком тянемся в потолок. Также серия от 50 до 20 повторений. После этого немножко усложняем. Выпрямляем одну ногу, другая стоит согнутая. Добавляем растяжечку поясничного и грудного шейного отдела. Сгибаем колено, захватываем руками и головой навстречу. Легли, раскрылись. Колено к себе. Легли, раскрылись. То же самое с другой ноги. Колено тянем, захватываем головой навстречу. Раскрылись. Тянемся. Раскрылись. По завершению две ноги согнуть. Захватили руками и лежим также 10-15 секунд, расслабляемся. Следующее для укрепления, опять же, пояснично-крестцовой зоны и проработки мышц малого таза и тазового дна. Руки вдоль тела. Поднимаем таз вверх, соединяем коленочки. Разводим, опускаем. Выдох, когда сжимаем колени. Темп спокойный. Также серия 10-20 повторений. Растягиваем теперь мышцы пояснички и мышцы тазобедренных суставов. Правое колено внутрь, левое наружу. Положили. Лопатки не отрываем. Руки можно немножко в сторону развести. Меняем в другую сторону. И по очереди в медленном темпе в каждую сторону. Раз по 10 кладем. После выполнения растяжечка также 10-15 секунд. Заложили ногу за ногу. И просто расслабленно положили вправо. Лопатки лежат, не отрываются. Дышим спокойно, размеренно. Соответственно, потом в другую сторону. Ногу за ногу. И положили, расслабились. Хорошо. Руками вытянулись вверх, потянулись. Кладем руки под поясничку и медленно учимся правильно подниматься круглой спиной за счет рук. На выдохе садимся. После этого комплекса силового немножко растянемся. Ножки прямые. С выдохом тянемся вперед. Захватить руками и немножко удержаться. Постоянно, как вот собачки дышат у нас. Постоянно, как бы находясь вот в дыхательном таком процессе. Хорошо, распрямились, согнули одну ногу перед собой. Растягиваем также пояснично-крестцовую и грушевидную ягодичную. Тянемся к прямой ноге из этого положения. Удержим положение секунд от 10 до 30, то по самочувствию, опять начиная от простого к сложному. То же самое с другой ноги выполняем. Хорошо, немножко усложним, ноги широко сделать. Также попеременно сначала потянуться к одной ноге, удержать секунд 10-30. То же самое к другой ноге, удержать секунд 10-30. И максимально вперед также можно попробовать. Самое главное – дыхание. Постоянно все движения растягивающие медленно, на таком постоянном дыхании. Дыхание. Внутренне расслабляясь. Так, и теперь поднимаемся в положение вертикаль. Для шеи пока я немножко не давал. Блин. А.
И слегка поработаем для шейно-грудного отдела с положения стоя. Первое, подышим. Ноги на ширине плеч, ручки внизу. Делаем вверх подъем рук, вдох. Потянулись и выдох. Опять потянулись максимально вверх, вдох. Выдох. Руки опущены. Работаем головой, шеей сначала. Поворачиваем вправо с выдохом. Пока дыхание идет, тянем. Дыхание закончилось. Вернули вперед. Вдохнули. С выдохом влево. И так можно серии от 5 до 10 повторений сделать. В одну сторону и в другую сторону. То же самое, наклоны к правому плечу на выдохе, наклоны к левому. Поработали от 5 до 10 серий. И вперед, наклон вниз, посмотрели в потолок. Сильно голову назад не запрокидываем. Опять вниз, движение на выдохе. Вдох и посмотрели в потолок. Поработали в разных плоскостях. Поработаем теперь плечевым поясом. Вращающие движения назад. Также 5-10 повторений. И вперед. Движение плавное, амплитудное. Сопровождающее дыханием. Хорошо, наклончики поделаем в одну сторону, в другую. Взгляд стараемся концентрировать вперед. Пять-десять повторений поделали. И небольшие повороты. Руки можно сцепить сзади, ручки прямые. И поворот в одну сторону, всем телом, поворот в другую сторону. Без резких движений на выдохе. Хорошо. И опять подышим. Делаем вдох и выдох. Вдох и выдох. Хорошо. Немножко стряхнули руками, ногами. И потянемся чуть-чуть к ногам, к прямым. Поставить ноги вместе, захватить коленочки. Под коленями даже руки сцепить, подбородок к груди и грудным отделом слегка потянуться вверх. Хорошо. Распрямились, раскрыли грудную клетку. Ноги на ширине плеч, потрясли мышцами. Все. На этом мы на сегодня закончим наш комплекс упражнений. Всего доброго.